В экспоцентре на промышленной выставке металлообработки и сварки «МАШ-Экспо-2024» развернулась ярмарка вакансий от представителей промышленной сферы Новосибирска и области. Занимаемся металлопрокатом. Нам нужны машинисты крана, стропольщики, разнорабочие, кладовщики. Но опять же, при открытии новых филиалов нам требуются и руководящие позиции, это такие как начальники базы, узкие. Специалисты такие, как электромонтер по ГПМ, слесарь по ГПМ. В среднем заработная плата у нас составляет около 70 тысяч рублей. У нас нет какого-то потолка, то есть при желании работать, зарабатывать, пожалуйста. Работникам, которые отработали какой-то промежуток времени, мы предоставляем квартиры. Также для сотрудников приезжих у нас есть общежитие. Молодые специалисты, которые приходят к нам на работу, за ними закрепляются наставники. Они не работают одни в одиночестве. И инженеры-технологи присоединяются, которые их обучают. То есть идет постепенная адаптация и вливание в коллектив. У нас на заводе очень богатая корпоративная жизнь. У нас есть и тренажерный зал для сотрудников, и бесплатное посещение бассейна. Более 500 должностей от работодателей, первичные собеседования с дальнейшим приглашением на дипломную, преддипломную практику и стажировку, а также нетворкинг с возможностью пообщаться с представителями фирм. Лайфхаки от карьерных и кадровых консультантов, где рассказывают, как грамотно заявить о себе работодателям. Все это для того, чтобы трудоустроиться на желаемую работу. От максимального балла и к нижнему баллу у вас пойдет описание и выбор профессии. Вам будет представляться профессии, те, которые к этой сфере деятельности относятся. Ну, это интересно, запомнил. Все, тетрадочку вы взяли, вам удачи. Все, вам хорошо, спасибо. Молодые люди обращаются именно с вопросом профессионального самоопределения. Как пройти успешно собеседование? Здесь есть основные моменты. Одежда, которая должна соответствовать стилю компании, это прийти заблаговременно на собеседование. Не стоит стесняться задавать вопросы. К институту прикладной физики присмотрелся. Я хотел в нее изначально на практику пройти. Сейчас вот думаю, буду конкретно к ним идти, потому что очень хочу, интересно. Слышал, там хорошее оборудование, расположение, так как я приезжий. Ну, зарплата, если была бы хоть какая, в принципе, это было бы здорово. Сам минимальный разряд, без опыта, мы берем даже ребят с третьего курса. Индивидуальный график обучения с колледжем и работает у нас на предприятии при достижении 18 лет. От 35 тысяч и там, до 100 тысяч токарь получает. За опытных работников еще нужно побороться в части заработной платы, да, и в том, чтобы их удержать. А с молодыми специалистами полегче, они заинтересованы в карьерном росте, поэтому для нас интересно работать с молодыми специалистами. Более сотни соискателей всего за несколько часов познакомились с представителями промышленных компаний, прошли собеседование и, возможно, даже нашли своего работодателя и работу мечты.